Давай, застегнись. И вовремя выпей таблетки. Ладно, сестра. Ладно. Учителю отдайте справку. Ладно, я решу. Ладно. Давайте. Слушайте минуту. Я вам на ланч мандаринки положила. Как лекарство, хорошо? Хорошо, сестра. Ладно. Не пей таблетки до еды. Если плохо себя почувствуешь, говори учителю сразу. Я приду за тобой. Ладно, сестра. Хорошо. Кирас, может быть, не пойдешь сегодня в школу? Сестра, я и так выздоровела. И уроки пропустила. Мне скучно, я пойду. Хорошо, идите. Чего тебе? Я могу войти внутрь, Фелис? Нет, не можешь, говори здесь. Ладно, не зайду. Я подумал, Фелис, так не будет. Что это значит? То есть, я вас пожалел. Шестеро детей среди зимы на улице. Ну и... Я передумал, Фелис. Живите в своем доме. Ты вчера говорил бред? Что случилось? Почему поменял свое мнение? Я же говорил, я пожалел вас. Мы же родственники, как-никак. Мне не к лицу так поступать. Сколько хочешь за аренду? Нет, денег не прошу. Как я и говорил, живите так. Я не нуждаюсь в аренде этого дома. Боже мой. Может быть, ты примешь извинения? Спасибо, господин Басри. Ты достойный мужчина. Спасибо. Через 2 дня закончится ремонт, и будете там жить. Чисто, хорошо, покрашенный дом. Нет, мы не оплатим этот ремонт. Нет, ничего не нужно. Этот дом будет моим подарком, после всего, что я сделала вам. Я вам сообщу, когда уйдут мастера. И будете там жить. Спасибо, брат. Спасибо. Вы уж простите меня. Прощаем. Прощаем. Ну, дайте 5. Мой лев. Дай 5. Рахмет, ребенка уронишь. Посмотри на него. Еще и дом отремонтируют. Родственник. Кровь тянет. Я его поцелую. Не глупи. Рахмет. Мой родственник. Ты же мой родственник. Родственник — это другое. Ладно. Боже упаси. Родственник. Пойдемте. Удачных дел, сынок. Спасибо, мама. А ты в курсе, что... Владелец дома Фелис приехал. Всех выгнал на улицу. Знаю. Может быть, я поговорю с ними и поживут здесь пару дней? А потом я им хороший дом найду. Что скажешь? Ты не волнуйся за Фелис попусту. Они уже нашли дом, я слышала. Что это значит? Где они живут? Где же еще? В доме парни, с которым гуляет. Мама, не глупи, это невозможно. Люди придумали, вот и все. Фелис не такая девушка. Она просила лично у меня прощения, что поверила этому парню. Придумали. Сынок, я говорю, что слышала. Ладно, мама, а я говорю, что придумали. Вот, это машина. Хорошо сделал. Хорошая. И цена тоже хорошая. А чья она, брат? Одного ростовщика. Забудь про это. Ты знаешь мастера Разу, который около Мичеликёй? Да, там. Знаю, брат. Машину отвезешь туда, хорошо? Там безопасно, не волнуйся. Разу машину заберет. Ты не вмешивайся. Когда сделаешь это, заберешь свою долю. Вот и все. Хорошо, супер. А ты улицу изучил, камеры и так далее? Конечно, брат, обижаешь. Хорошо. Давай, пойдем, увидимся в мастерской. Ладно, брат, все будет хорошо. Сестра, динозавр. Братик, я не знаю, где динозавр.
Динозавр! Исмет, дорогой, откуда мне знать, где он? Динозавр! Исмет, дорогой, мы его не принесли. Динозавр! Исмет, дай посуду намыть. Хочу! Ладно, пошли заберем. Идем искать. Братик, мы его с собой не взяли. Я хочу динозавра. Исмет, мы его не взяли. Что поделать? Забери! Снова. Где же я его найду? Пошли искать. Идем, идем. Мы не такие везучие. Нам такой дом не покупают. Проходи, любимый. Слушаю, сестра. Здравствуйте. Мы живем здесь, пришли с вещами. Прошу, проходите. Простите, а вы не видели маленького динозавра? Динозавр? Динозавр! Нет, мы такого не видели. Стой здесь, посмотрю в комнате братьев. Простите. Брат, она? Кажется, она. Парень денег дал, а Басри оставил им дом. Взял деньги и согласился продать дом. Он ей купил, что ли? Да, именно. Не знаю зачем, но они вернутся обратно сюда. Братик, идем. Динозавр! Давай, давай, проходи. Присаживайся. Держи это, порисуй. Ну все, хорошо. Дальше решай сам, ладно? Я скоро приду. Да, Фелис. Кем ты считаешь себя? Что? Прости, не так спрашиваю. Кем ты нас считаешь? В чем дело, Фелис? Мы что, твои игрушки? Ты пришел и стал нашим соседом. Работаешь там же, где и я. Купил наш дом. Фелис, не говори глупостей. Это ты не делай их, понятно? Мы не твои игрушки. Я твои планы не знаю. Но мы не твои игрушки. Ты не можешь так делать. Фелис, я... Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.